Власти Дагестана и Чечни провели первую официальную встречу. Для решения вопроса организации взаимодействия по фиксации границ создана совместная рабочая группа, в которую вошли специалисты Росреестра, Роскадастра и другие заинтересованные ведомства, в том числе и главы приграничных районов. Об этом говорится на официальном сайте Народного собрания. Как отмечено в сообщении, рабочую группу возглавят два спикера парламентов соседних республик. Это Хизри Шахсаидов и Магомед Даудов, который побывал накануне в Махачкале. Напомню, ранее тему затронул глава Дагестана Владимир Васильев, который в эксклюзивном интервью каналу ННТ поделился своим видением решения проблемы.